Из 67 субъектов России в город-герой Волгоград съехались участники финала всероссийского конкурса среди наставников патриотического воспитания «Быть, а не казаться». Среди них и преподаватель физической культуры кадетско-морской школы-интерната города Каспийска Леонид Кудрявцев. С 10 по 15 сентября для финалистов проходят разнообразные и вдохновляющие мероприятия, направленные на профессиональное и личностное развитие наставников и обмен опытом. Помимо этого, соревнования включают в себя военно-спортивную программу, ППЛА, стрельба, тактическая медицина, радиосвязь, спортивная игра, топография, военная эстафета и выживание. Каспийский педагог принимает участие и в военно-спортивной игре «Зорница-2.0», куда было отобрано порядка 40 конкурсантов. По результатам испытаний победителями конкурса станут 100 наставников в 4 номинациях: будущий наставник, молодой наставник, наставник специальной подготовки и наставник-профессионал. Отметим, что конкурс организован по поручению президента страны Владимира Путина, программой «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодежи, Центром «Воин», Движением первых, Министерством просвещения России и Ассоциацией «Добро.РФ».